Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрий Кот. Мы играем в игрушку, которая называется Subnautica, и вы ее очень сильно хотели. Некоторые из вас, я очень часто видел, что в комментариях упоминали об этой игре. Это у нас выживалочка, друзья, тех, кто еще не знает, и я, соответственно, тоже не знаю. Очень прикольное музыкальное оформление, красивая графика. До сих пор она находится в раннем доступе, в общем-то, как и многие выживалки на сегодняшний день, типа Раста там или еще что-нибудь. Я ни в коем случае не сравниваю эти игры, конечно же, но тем не менее. Единственное, пока что для меня сравнение, это то, что они очень долго находятся в раннем доступе. А что еще можно сказать? Наверное, имеет смысл упомянуть разработчиков, которые занимаются этой игрой. Это Antnow Worlds Entertainment. И главная особенность этой игры, это то, что действие происходит в инопланетном океане, куда по сюжету упал наш космический корабль. Выжил всего лишь один человек. Это мы, это я. И нам нужно выживать, собственно, выживать, крафтить еду, другие предметы, воду, все придется добывать самому. И после того, как я ее запустил, а дальше вот этой менюшки я не заходил, я не знаю, друзья, хорошо это или плохо, но игру я еще саму не видел. Я видел только вот эту менюшку. Я в настройках выставил параметры, звук, разрешение экрана. И я вижу, что в новой игре у нас есть целых 4 режима. Я, пожалуй, начну просто на выживании, на обычном. Избегайте опасных существ, ищите ресурсы, следите за голодом и жаждой, чтобы выжить. И я не знаю, что передо мной, какие возможности сейчас откроются, если вы хотите поучаствовать, естественно, в этом прохождении. Вместе я буду рад, как обычно, всем вашим советам. Подсказывайте и делитесь своими впечатлениями и наблюдениями. Будем проходить вместе. Также я вижу, что есть креатив. Стройте без ограничений. Кислород, еда, давление, сюжет и смерть выключены полностью. Хардкор. Мне, как всегда, рано. Я прекрасно помню, что со мной произошло в Long Dark, когда я зашел на самом максимальном уровне сложности и пошел в Волчью гору. Меня там просто... Я там просто сдох, и на этом все закончилось. Поэтому давайте начнем с этого режима и посмотрим, что будет происходить. Пошла у нас загрузочка. Пошла загрузочка. Так. Эй, чего у нас тут происходит? Куда я бегу? Куда я бегу? Что делать? Как быть? Эй-эй! О, чего-то где-то бомбануло, друзья. Я не знаю, что происходит пока что. Видимо, наш корабль падает. Я вижу какое-то пламя. И что дальше? Что дальше? Графонистая игрушка. Мне нравится, как выглядит ее внешний вид. Пока что оберточка. С игрушкой не знаком, напоминаю. Что? Ну я же не сдох, конечно же, я сейчас просто возьму и пойду дальше. Так, здесь все горит, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать, ёпта? Куда бежать? Да твою мать, заело, давай, беги. Что, что, что? Я вижу огнетушитель, я не знаю, может быть нужно его взять? Все, да, я вижу. Давай, 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 потушить огонь, как? Вау-вау, хорошо, хорошо, о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нельзя близко подходить. Тушись, тушись, огонь, тушись, тушись. Огонь, тушись, тушись. Так, я не сразу среагировал, какие кнопки нужно брать. Фу, глубина 0 метров. Обнаружены многочисленные ошибки и чего-то там еще. Сейчас уберется наш планшетик. Я так понимаю, это инвентарь, он же ПДА, он же и все остальное, в общем-то. Чего? Я не понимаю, что ты говоришь. Так, хорошо, у нас все это, конечно, есть. Давайте посмотрим, может быть, есть какие-нибудь субтитры. Я просто ничего такого не вижу. Так, full screen, дисплей, монитор 1, качество рекомендованное, разрешение 1920. Отображение, клавиатура. Нет, субтитров нет, ничего такого нет. Так, у нас есть огнетушитель. Нажмите Tab, чтобы открыть КПК. Вот таким вот образом у нас будет открываться КПК. Хорошо, внимание, что у нас тут есть? Обнаружены многочисленные ошибки в энергосистемах спасательной капсулы. Проверка энергоцепи. Неудача, вторичные системы отключены. Гравитационный якорь отключен. Целостность корпуса спасательной капсулы, повреждений нет. Шахтерский корабль «Аврора» понес серьезное повреждение корпуса. Причина неизвестна. В радиусе 100 метров не обнаружено признаков жизни людей. Ха, кто бы сомневался, ёпта. А, что это? Ресурсы.
основные материалы. А, я, видимо, могу при помощи этой штуки чего-то крафтить. Хлорка. Дезинфицированная вода, H2O, 12 унций, без микроорганизмов. Так, друзья, я пока, честно говоря, не очень понимаю, что мне здесь нужно вообще делать. Но я надеюсь... так, хорошо, идемте опять сюда. Фух. Что мы имеем? Титан, силиконовая резина. В общем, на все это, я так понимаю, что красным цветом подсвечивается у нас то, чего не хватает. Как раз таки есть логи. Справочная информация добавлена в базу данных КПК. Советы будут выдаваться по мере необходимости. Удачи, ёпта! Живите как хотите. Ну, давайте почитаем, что вообще есть. Значит, техническое оборудование, защитный костюм. Защитный костюм для любой ОС производства Альтерра. Единое решение для вселенной бесконечной опасности. Я думаю, нам пока это не интересно, во всяком случае, пока. Перечень для выживания. Оказать первую помощь при необходимости, исследовать окружающую среду, поиск других выживших, куча всего, пока не совсем понятно, что нужно делать. Так, стандартная двухместная спасательная капсула. Видимо, в ней я сейчас и нахожусь. Вес 576 кг, размеры 3 метра на 3 метра. Стандартные свойства. Низкая плотность, высокая прочность конструкции. Бортовой воздушный тормоз, сплав средства и толкатели для сухопутной, морской или космической корректировки направления движения. Радиопередатчик малой дальности. Радиус бесперебойной работы 250 км. Солнечная энергия, настенные изготовления. Оснащена запрограммированным для изготовления инструментов и довоенное доведение органических субстанций до съедобного состояния изготовителем. Видимо, речь идет о той штуке, к которой мы только что подходили. Миссия. Трехлетние разведывательные горные работы. Экипаж, управляющая команда 11. Команда инженеров 57. Экипаж поддержки 30. Пассажиры 3. Оборудование. Ионный привод на темной материи В8. Инженерная техническая секция с оборудованием А-класса, в том числе основной метеоритный бур. Пилотируемый роботизированный костюм и широкодиапазонный сканер 0,25 км в кубе для хранения добытых ресурсов. Жилая секция С-класса с оборудованием для отдыха. Понятно. Так, путаю я еще немножко кнопочки. Я пока не знаю, друзья. Наверное, нужно отсюда выбираться. Водичка у нас, я так понимаю, падает. Можем ли мы здесь что-нибудь сделать? Персональное. Что это такое? Оборудование. Наверное, что-то есть то, что мы уже можем сделать. Нет, ни хрена я здесь не вижу. Титан. Вода. Я даже воды не могу сделать. Это очень плачевно, друзья. Имеет ли смысл идти наверх? Хорошо, давайте вылезем. Видимо, это и есть наш космический корабль, который у нас рухнул. А это спасательная шлюпка, в которой мы типа спаслись. Хорошо, что я могу сделать с огнетушителем? Он же нам не нужен, правильно? Так, я нажму один. Да, все, он куда-то спрятался. Могу ли я как-то сделать вид от какого-то там лица? Что-то как-то я не могу я найти этих кнопок. Давайте посмотрим по управлению. Настройки, клавиши. Прыгать Space, собственно, PDA, Tab, разобрать E, использовать E. Так, тут все понятно. В общем, кнопок у нас минимум. Слоты, понятно, подвязаны. Инструмент, перезагрузка. Не знаю, что, может быть, имеет смысл тогда прыгнуть в воду? Я нормально. Ух ты, какая красотюнечка, друзья. Вы только посмотрите, как классно это все выглядит. Просто, мать его, идеально. Так, я понял, смотрите, значит, О2. У нас тратится кислород. Что это за звук? О, там какая-то штука плавает. Разбейте известняк. О, хорошо, как мне это сделать? Ай, куда ты делась? Ни хрена, прикольно, друзья. Я очень жалею сейчас только о том, что почему я эту игрушку не видел раньше. Я буду периодически заныривать. Смотрите, тут есть какие-то кристаллы. Возможно, я тоже их могу взять. Я не знаю, нахрена мне это нужно, но я буду их брать. Так, есть какая-то пещера. Есть еще кристаллы. Потом у нас тут есть... Чего это такое? Яйцо существа. Я надеюсь, если я его возьму, на меня никто не нападет. Блин, так красиво просто. Какие-то грибочки, я не знаю. Кислотный гриб, для чего они нужны, но я, пожалуй, возьму. Так, нужно периодически выныривать. А, друзья, если у вас есть какие-то советы по поводу всего этого... Рыба. Рыба, я могу взять рыбу? Рыба. Приготовленный бумеранг, ёпта, смотрите. Разблокирован рецепт. Рыбёха, я могу тебя запустить куда-нибудь? Ты же бумеранг, правильно? Я тебя просто выпустил, да? Ладно. Так, ну...
Блин, стрёмная рыба. Я, честно говоря, не очень хочу к ней подплывать, если честно. Что мы можем еще здесь взять? Давление здесь есть какое-то? Смотрите, валяются какие-то обломки. Давайте попробуем. Класс, звуки такие реально просто, просто нереальные, хочу я вам сказать. Я могу ее взять? Эй, рыбёха. О-о-о! Беги, плыви, плыви куда-нибудь. А, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Куда, 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 плыви, плыви. Где наш бот? Господи, зачем я к этой рыбе подплыл? Аптечек 40 всего. Имеет ли смысл от нее сваливать? А, все, она за нами не идет, она не агрится. Все, рыбёха, я понял, тебя трогать нельзя. Но ты же учти, я кот, ты рыба. Уровень радиации повышен. Чего? Способствует... Я понял. Короче, во всем виноват наш корабль, который там где-то разбитый валяется. Что насчет этих обломков? Я могу их собирать? Да, друзья, я могу собирать эти обломки. А что? Я могу рыть песок? О, я что, яму вырыл? Это я? Это я сделал? Ха-ха, смотрите, воронка такая, охренеть просто. Какого? Съешьте что-нибудь. А что я могу съесть? Я могу кого-нибудь съесть. Так, где наш бот? Я сейчас попытаюсь сюда припхаться. Где-то здесь у нас была лестница. А ну-ка, залезь. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут насобиралось. Фиолетовый гриб в роли защитного механизма, кислотная мякоть. А, яйцо, выбросить, что еще? Основной строительный материал, кварц, в кристаллической форме, металлолом. А что, что же это мне можно такое съесть? Может быть идти и поплавать, еще что-нибудь посмотреть? Ну, рыбу какую-нибудь я могу съесть? Так, еще металлолом есть, наверняка он нам пригодится. Слышь, рыба. Рыба, рыба. Рыбёха. Нет, эту рыбу я взять почему-то не могу, к сожалению. Синяя пальма. Ее я тоже взять не могу. О, нихера! Ты кто вообще? Что это за... Вы посмотрите, какое оно огромное. Наступает ночное время. Я так понимаю, что в ночное время здесь становится намного опаснее. Так, выплывай, дыши! Есть планета. Ой, ну я прям не знаю, друзья, что мне здесь делать. Я могу как-то это где-то там переработать. Давайте попробуем залезть обратно в наш бот, спуститься вниз. И где-то там у нас наверняка есть какой-то рецепт по приготовлению этих самых грибов. Потому что еды здесь надо очень... Так, изготовление аптечек. Аптечка у нас есть, я могу ее покушать, правильно? Так, 90, хорошо. А что у нас есть еще? Это наше седло. Оно нам не нужно. Может быть где-то... Где? Вот эту штуку я открывал, кажется, да? Так, приготовленная еда. Приготовленный бумеранг. То есть бумеранг нужно затащить с собой. Вода. Хлорка нам нужна. И обработанная еда. Это что? Бумеранг и кристалл соли. Хорошо, я понял. Я пошел за бумерангом. Этой рыбы там как будто бы предостаточно. Но знаете чего? Как-то здесь все очень-очень грустно. Очень темно. Нет, красиво, конечно, по-своему. Тут спору нет. Но я пока не знаю, что мне делать. Так, ну ты же точно не бумеранг, да? Ты кто вообще? 24% еды у меня. Голода. Ой, а что это за... В смысле? Там какие-то звуки непонятные совсем, друзья. Это просто, мать его, невероятно. Я боюсь здесь находиться, если честно. А как быстро придет день? Потому что хотелось бы как бы видеть уже что-нибудь, но я, к сожалению, ничего не вижу. Блин, прикольная игрушка вообще, друзья. Я тащусь. Просто классно. Так, это, походу, задница той рыбы, которая там плавала. Где-то здесь что-то у нас было. Это похоже на рыбу? Это не рыба, это те самые грибки, опять кислотные. Я не знаю, зачем они нужны, но их можно брать много, потому что их здесь очень много лежит. Это у нас кварц. Кварц, это типа хорошо, но нам нужна соль. Было бы неплохо ее где-нибудь добыть. А на какое расстояние я вообще могу отплывать от бота? Я прекрасно понимаю, что океан очень большой. Все, 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 я понял. О, да ладно! Давай, давай, давай! А что это было?
Нет, ну серьезно, на меня что-то напало только что. Я хочу подождать день. Просто вся проблема заключается в том, что я не знаю, что мне делать. И я играю на серьезном уровне сложности. Ну, водички какой-нибудь, нет? Это что у нас такое? Ага, я понял. Нет, туда я не хочу, туда я не пойду. Я думал, там какой-то отсек еще есть один. Но нет, ничего подобного. Хорошо, открываю вот эту штучку. Персональное, жизнеобеспечение. Вода, приготовленная еда. Здесь мы сделать, к сожалению, ничего не можем. Может быть... Титан, оборудование. Что ты сказала? Я же все равно не понимаю тебя, твою мать. Почему мы сюда припхались именно вечером? Так, вроде бы расцветает, да? Как будто бы. Я вижу, как эти грибы светятся под водой. Это реально круто, друзья. Все очень, очень даже годно. Мне нравится эта игра, но я пока не знаю, что делать. Возможно, когда я вникну, она мне станет нравиться еще больше. И знаете что? Я никогда в своей жизни не играл в выживалки. Но после Вортекса и там какие у нас еще выживалки были, все очень сильно изменилось. Вортекс? А куда планета улетает? Планета? Куда ты улетаешь, ёпта? Смотрите, птицы какие-то летают. Блин, 18% голода. Я хочу. Я очень хочу есть. Дайте мне какой-нибудь бумеранг. Почему я отпустил эту рыбу? Я ведь мог вполне ее забрать с собой. Ты не бумеранг? Кто ты? Пузырь. Я тебя держу за глаз. Вы посмотрите, где мой бот? Пошли, рыба, я тебя отнесу к себе в гости. Мы с тобой что-то попробуем сделать. Я не знаю, съедобная ты или несъедобная, но я думаю, что с тобой что-то можно придумать. А где эта штука? Так. Вот, отлично. Смотрите, приготовленный пузырь. Ну ни хрена здесь еда готовится. Вообще крутяк. Классно. Хорошо, иди сюда. Опа, все, я нашел себе, значит, холодильник. Я знаю, откуда питаться. В общем, сегодня, друзья, мы садимся на диету из морепродуктов. Какая-то странная у меня тень. Где-то здесь плавает бумеранг. Я прям вижу его силуэт, но я не могу понять, где он. А, вот ты. Иди сюда. Иди сюда, мы будем добывать себе еду. Хорошо, все, поплыли. Через нижний люк же можно заплывать, правильно? Давай, 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 давай. Хорошо, залезли. Куда тебя положить? Так, вот еда. И вот он, наш бумеранг. Порядочек. Давай, сделай свое дело при помощи лазеров. Мне нужно нажимать постоянно Escape для того, чтобы выходить из этого режима. 50%. А с водой, кстати, есть некоторые неувязочки. Я, честно говоря, давайте посмотрим, что нам нужно для воды. С едой-то у нас, в принципе, уже все хорошо. Фильтрованная вода, H2O, 6 унций чисто. И пузырь. Пузырь — это рыба, имеется в виду, правильно? То есть вот эта самая рыба, которая пузырь. Губчатая, хрящевидная, к счастью, без запаха. И хлорка. Хорошо. Погнали добывать. Воу-воу-воу-воу-воу. Слышь ты. Вот ты ж пузырь, да? Правильно? Где бы нам хлорку найти? Это выступ известняка. Хорошо. Медная руда. Понял. Это у нас что лежит? Кристалл соли. Отлично. Соль нам для чего-то там нужна была. По-моему, для приготовления какой-то рыбы. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Что? 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 Да ладно! Я тебе, я думаю, не интересен вообще как явление. Правильно? Давайте выходить где-то здесь. Так, я предлагаю, раз уж мы заныриваем, взять тебя. Тебя взять. Ну... Ну серьезно, почему вы все от меня убегаете? Давайте дружить. Ты кто у нас? Это у нас рыба Гарри. Мы можем ее приготовить. Давайте посмотрим, что готовится из нее. Где? Я очень плохо... Ага, все. Я очень плохо ориентируюсь, как я уже говорил, поэтому вы уж сильно не серчайте. Надеюсь, что у нас с вами все получится. Я буду всегда подплывать снизу к своей шлюпке.
Вот сюда нам нужно. Вот так. Что по поводу воды? Пузырь и хлорка. Хлорку мы еще не нашли. А вот приготовленная рыба Гарри, да, пусть будет. Пусть это все работает. И, наверное, аптечка. Аптечка нам тоже нужна. Интересно, аптечка выдается раз в какое-то время? Или она здесь бесконечная? Хорошо, 58. Вода. Вода нужна очень. Металлолом. Назначить быстрый слот. Ну, как бы я понимаю, что по идее, чисто теоретически, нам это может пригодиться. Потому что хлам, он никогда не бывает лишним. Что вот это такое растет? Вьющаяся водоросль. Ну, я ничего с ней сделать не могу. Возможно, нужен какой-то другой инструмент для того, чтобы добывать эти водоросли. Я предлагаю искать дальше камни. Камни здесь наверняка есть. Точно так же, как и рыбы какие-нибудь. Вот, иди сюда. Ха-ха, опять тебя за глаз поймал, ёпта. Хорошо. Хорошо, плывем. Блин, это так смешно выглядит на самом деле. Бедная рыба, она просто даже не понимает, что ее может ожидать здесь. Вот пузырь. Пузырь, кстати, все, будем ловить одноглазую рыбу. Вернее, она выглядит как одноглазая рыба. Но при этом нам нужна еще хлорка для того, чтобы приготовить себе воды. И лучше это сделать как можно быстрее. Это что у нас такое? Яйцо существа. Неизвестное яйцо. Инвентарь, кстати, не бесконечен, друзья. И это очень грустно. Потому что я думал, здесь будет как-то побольше места. Мы знаем, да, что в Вортексе тоже все очень плохо. Ну, конечно, графически игрушка вот прям вообще бесподобна. Не знаю, будем забирать эти штуки. Что у нас? Должны быть какие-то камни. Там, где есть камни, там у нас есть какой-нибудь известняк, ракушняк. Так, это что, грибы какие-то? Их, наверное, фиолетовая коралловая плита. Я думаю, это нам не интересно. Так, вижу камушки какие-то. Ну, или что-то очень похожее на камушки. Наверняка это то, что нам нужно. Прикольно сделана вода. Вот этот вот перелив, типа, когда мы ныряем и выныриваем. Вообще все очень, очень годно, хочу я вам сказать, друзья. Мне нравится. Мне нравится. Оп, 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 вижу, вижу. Ты у нас что такое? Медная руда. Из известняка. Серьезно. Хорошо, здесь что-то еще должно быть. Играет музыка. Это нормально? Меня не хотят сожрать здесь, нет? Оп, немножко подлагивает все это дело. Continued degradation of the Aurora's dry pool may cause a quantum detonation. На 37%? А мне что-то делать нужно с этим? Друзья, подскажите. Я, возможно, в этой серии не успею это сделать. Но здесь есть как явно какие-то проблемы. Зачем мне копать песок? Короче, чего-то там у нас повышается. Я не знаю, а имеет ли смысл мне плыть к этому кораблю? Давайте попробуем, почему нет. Главное, чтобы ночь сейчас не настала, потому что будет все очень грустно и печально. Так, смотрите, лежат какие-то обломки еще. Мы их, пожалуй, тоже заберем. В смысле инвентарь полон? О, какое ты страшное, серьезно. Блин, эта рыба вообще никого не боится. Смотрите, она там жрет вообще кого захочет. Так, хорошо, давайте отсюда выходить. Что меня интересует? Мы что-то можем сделать из металла, насколько я могу правильно судить. Давайте смотреть. Ресурсы. Значит, дополнительные материалы основные. По всей видимости... Так, мы можем сделать стекло, мы можем сделать титан. Титан мы сделали. Я не знаю, куда его можно запхать. Мы можем сделать при помощи... А, смотрите. Значит, титан мы можем сделать... Вот, образец обычного кристалла нам нужен. Стекло. Стекло нам нужно, интересно? Давайте делать и стекло тоже, почему нет? Что у нас вообще получается? Инвентарь же заполняется, он же там не резиновый, ёпта. Что делать с вот этими штуками? Кислотный гриб. Фиолетовый гриб в роли защитного механизма, кислотная мякоть. Есть кварц. CO4, кварц в кристаллической форме. Давайте искать, что можно крафтить из него, потому что у нас его очень много. И, честно говоря, очень хочется понять, что же все-таки можно из него сделать. Дополнительные материалы, ничего. Электроника, мы можем сделать батарейку, можем сделать медную проволоку. Ой, ну я прям даже не знаю. Переносной источник питания. Давайте сделаем батарейку. Клево, все так просто и понятно, друзья. Серьезно. А, так это мы из грибов, кстати, клепаем эти батарейки. Давайте проверим. Да, смотрите, все верно, но нам много батареек не нужно. А мы можем это все выкидывать?
Ну, как будто бы да. Не знаю, что еще мы можем здесь поделать. Давайте посмотрим. Блин, почему я постоянно нажимаю Escape? Это, мне кажется, как-то неправильно. Персонально. Значит, кислородный баллон мы можем делать. Открыто достижение. Акваланг. Хо-хо, круто. Круто, друзья. Так, труба качает воздух с поверхности. Окей. Тоже делаем, конечно же. Блин, я зажил. Я зажил, и мне хорошо теперь. А почему так много трубы у нас сделано? Я что-то не очень понимаю. Кислородный баллон. Его имеет смысл установить в инвентарь? Назначить на него какую-то клавишу, я не знаю, на трубу. А, труба у нас уже стоит. Получается, кислородный баллон... А, смотрите, у нас повысилось вот этот показатель. Стал на 75. Круто. Хорошо, давайте посмотрим, можем ли мы что-то еще сделать. Антирадиационный костюм. Нам нужно сетчатое волокно и свинцовая пластина. Я понял. По инструментам мы сделать пока ничего не можем. Вода! Нам нужна вода, друзья, срочно нам нужна водица. Давайте искать... А что искать? Что искать? Значит, для того, чтобы сделать воду, нам требуется фильтрованная вода, 6 унций. И для этого нам нужен пузырь, рыба-пузырь, да, насколько я понимаю, и дезинфицированная вода. Без микроорганизмов, хлорка для этого нужна. Где взять хлорку? Где взять хлорку? Ее же нужно как-то добыть, правильно? Я все верно понимаю. Так, дополнительные материалы. Синтетическое волокно, бензол и сетчатое волокно нам для этого требуется. Вот оно, стекло, свинцовая пластина. Защищает от радиации. Хорошо, давайте сделаем. Я не знаю, куда, в какую задницу я его запихну, эту пластину. Но я думаю, что имеет смысл сделать. Основной строительный материал. Строительные материалы нам, конечно же, нужны. Насколько я могу судить из этой игры. Фуф. Что ж еще-то сделать? Больше мы здесь ничего взять не можем, к сожалению. Труба, размещенные объекты. Водонепроницаемый шкафчик. Хранилище 4×4, которое может быть размещено в воде. Да. Да, конечно, сделаем. Я, по всей видимости, могу что-то складировать в этот шкафчик. Ну что, погнали заныривать. Погнали заныривать. Значит, наша шлюпка стоит. Все хорошо. Будем плыть куда-то сюда. И где-то здесь мы поставим наш шкафчик. Я просто хочу проверить, как это все дело работает. Надеюсь, что очень даже хорошо. Эй, слышь, ты не приближайся ко мне. Я тебя боюсь. А где мой шкафчик? Хлорку было бы неплохо все-таки изучить. Я, кстати, очень беспечно так нахожусь сейчас в воде. И, наверное, этого не стоит делать, потому что на нас могут напасть в любой момент. Что это такое? Что это? Кристалл соли. Хорошо, пусть будет. 33%. 30%. Заберем кристалл соли. Я думаю, что это очень нужная штука. Давайте, знаете чего? Успею я? Да, давайте возьмем этот обломок и попробуем. Давай, 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 давай. Инвентарь полон. Ёпта, вот это фейл, друзья. Да, 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 да. Хорошо, я дышу. Я снова дышу. То есть теперь я могу смотреть вниз, при этом используя трубку, да, которая у нас стоит на поверхности. Я могу вот так вот выныривать и смотреть, что у нас происходит внизу, при этом не тратя кислород. Что такое? Я не понимаю, что ты говоришь. Все равно, пойми ты, сучка. Так, трубка, это понятно. Кристалл соли, свинцовая пластина, кислородный баллон. Я могу его куда-то вот, серьезно, куда-то назначить? Не могу, да? Не могу. Вот пластина, по-моему, очень похожа на вот сюда. Вот похожа. Но нет, ничего такого. Металлолом. Что еще у нас есть интересного здесь? Честно говоря, не очень понимаю, как этим пользоваться. Наверняка сюда можно что-то вставить. Вот хочет, хочет, но не может. Хорошо, у нас получается есть еще целых 3 ячейки. Возможно, мы сейчас должны поймать какую-нибудь рыбеху и уже при помощи этой рыбехи, собственно, приготовить себе чего-нибудь пожрать. Это мы взять не можем. Так, рыбка, иди сюда. Ты ж у нас пузырь как будто бы, да? Пузырь. Пузырь, твою мать, не убегай от меня. Ты вся моя надежда на выживание. Вот так, отлично. А, это прыг... Пискун.
Пескун, это хорошо. Но у нас очень мало... Где? О, как далеко. У нас очень мало воды. Я, честно говоря, не знаю, что нам делать с водой. Поэтому, возможно, мы это сделаем в следующей серии. Я надеюсь, друзья, что когда эта серия выйдет, вы подскажете мне, что делать с водой, как ее добывать, потому что мне не совсем понятно. И мы будем с вами, естественно, проходить эту игрушку вместе. Было очень много желающих, как я уже говорил. Так, брикодовленная еда, пескун. Жарим его. Я так понимаю, это местный гриль такой, да, на котором мы можем, в общем-то, все это готовить. Хорошо. Иди сюда, моя вкусняшечка. Ну что ж, друзья, вот такое небольшое знакомство с игрушкой. Мне она уже однозначно нравится. Я надеюсь, что вам тоже. Вы захотите, чтобы я проходил ее дальше. И, естественно, я буду внимать вашим советам. Я очень хочу, чтобы вы мне помогали ее проходить. Если, конечно же, никто не против. С вами был Юрий Кот, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте, конечно же, лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч, до новых видео и пока.